Здравствуй, человек. Дай я расскажу тебе сказку. Жил-был в государстве под названием Яблоки вместо окон царь. И было у царя три приема. Младшенький, средний и старшенький Иванушка-дурачок. Пришел как-то к царю Agile Coach и говорит: «Зачем тебе царь столько менеджеров? Давай власть крестьянам отдадим, пусть самоорганизацией занимается. А пьемом головы с плеч оставь только одного, ну максимум двоих». Понравилась царю идея на пьемах сэкономить, и объявил он конкурс: кто лучше всех проект организует, тот пьем и останется жив. А проект-то был непростой. Нужно было в аппликуху учета душ крестьянских добавить GDPR требования по хранению обработки данных. Демократия все-таки. Разбрелись пьемы каждый в свою сторону, стратегию проекта обдумывать. Неделя прошла, никто не пришел к царю. Только крестьяне на совещаниях по проекту гудят, да бабы ухают. Вторая неделя прошла, никто не пришел к царю. Испугался он, что пьемы работу не делают, и пошел сам их искать. Зашел в хату младшенького пьема. Смотрит по стенам схемы процессов, документы, расчеты, таблички расклеены. А пьем уже третью стопку бумаги да пятую банку чернил исписывает. Пыхтит, трудится, аж пар из ушей у него идет. Не заметил пьем царя за своей работой. Развернулся тот и пошел искать средненького. Но дома его не застал. И только по хрусту снега под лаптями за хатой понял, что в сарае стендап проходит. Протиснулся он через толпу крестьян у входа послушать, что же за диковинный подход такой средненький пием предлагает. И слышит, как тот народ против царя нас настраивает. «Давайте, — говорит, — будем самоорганизованными, царя заставим в бэклоге приоритеты расставить и запретим ему в наши дела вмешиваться, пока 10 раз солнце не взойдет. А я от вас всю информацию скрывать не буду, я вас от царя защищать буду, чтобы вы сами свою производительность оценивали и рефлексировали, как работу свою улучшить». Испугался царь и решил: точно средненькому пьему голову с плеч срубит. И пошел старшего пьема искать. А Иванушка-дурачок на печи сидел, когда царь в хату зашел. Тихо так, спокойно в хате было, только дрова в печи потрескивали. «Что ж ты, Иванушка, на печи-то сидишь?» – удивился царь. «Неужто работу свою сделал уже?» «А что там делать-то, царь?» – лениво потянулся Иванушка. «Я договорился с казначеем твоим. Два самовара чаю выпили, пока к консенсусу пришли. Сойти кузнецами договорился, чтобы костыли в аппликухе твоей расставили. Ну, чтобы много денег не тратить, а так, видимость соблюдения требований к проекту создать. И с регулятором я договорился тоже. Пару золотых батонов от казначея ему передал. Так что тебе с проверкой в ближайшие 2 года никто не придет». Ушел царь к себе во дворец думать, какого пьема оставить, а кому головы с плеч. А на утро он всех троих пьемов уволил, четвертого нанял, нового, такого, который все области знаний управления проектами применяет и баланс держать умеет. Между формализмом и здоровой бюрократией, между демократией и хаосом, между построением хороших отношений со стейкхолдерами и злоупотреблениями. До такого пьема нанял, который сам к царю приходил и о проекте докладывал, а не заставлял царя переживать и из проектных менеджеров информацию о статусе проекта клещами вытаскивать. А ты, человек, какой проектный менеджер? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas.
Christmas and a happy...